Инструменты в подарок. Во время рабочей поездки в Нижегородскую область министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вручил губернатору Глебу Никитину сертификат на поставку в регион новых музыкальных инструментов. Они будут переданы в рамках реализации программы Минпромторга РФ по развитию производства музыкальных инструментов. В частности, по сертификату в Нижегородскую область поступят 49 пианино, 22 ксилофона, 6 наборов медных духовых инструментов, 6 наборов деревянных духовых инструментов и 22 набора барабанов. Также аппаратно-программный комплекс «Стань чемпионом». Важно отметить, что все инструменты российского производства.